Сегодня поговорим о правописании суффиксов глагола. В некоторых глаголах пишутся суффиксы «ова» – «ева», а в некоторых – «ива» – «ива». Как же нам определить, какие гласные мы должны будем написать в суффиксах глаголов «советовать», «танцевать», «докладывать», «рассматривать»? Будем проверять формой первого лица единственного числа. «Я беседую», «я танцую». Глаголы в форме первого лица единственного числа оканчиваются на «ую», «юю». Суффикс исчезает, поэтому в неопределенной форме в инфинитиве мы должны будем написать «беседовать» – суффикс «ова», «танцевать» – суффикс «ева». Посмотрим на другие глаголы. «Я докладываю», «я просматриваю». В форме первого лица единственного числа эти глаголы оканчиваются на «ывою», «ивою». Суффиксы сохраняются у них, и поэтому эти же самые суффиксы пишутся и в других глагольных формах, в том числе в форме инфинитива «докладывать», «рассматривать». От этих глаголов надо отличать глагол с ударным суффиксом «ва». Перед ним пишется та же буква, что и в глаголе без этого суффикса. «Заливать» – ударный суффикс «ва». Перед ним пишется гласное «и». Проверяем словом «залить». «Повелевать» – ударный суффикс «ва». Перед ним пишется гласное «е». Проверяем словом «велеть». Запомните глаголы «застревать», «продлевать», «затмевать», «разевать». Правописание этих глаголов затруднено, но вы видите, во всех этих словах мы пишем гласную «е».